Здравствуйте, дорогие друзья. Сниму для вас немножко уже наряженную нашу площадь. Поставили нам наши красивые арочки. Можете видеть, как они выглядят. Две их всего. Ночью они светятся. Если получится, мы с вами вечером я засниму вам, покажу, как это выглядит. Снежинки на них вот такие красивые. Висят вот такие шарики. Флажочки. А вот наша наикрасивейшая елочка. Так она выглядит, красавица наша. Обойдем вокруг нее, посмотрим со всех сторон на нее, на эту красоту, на такие вот игрушки красивые. Елочка у нас искусственная, стоит она у нас уже около 5 лет. Ночью она у нас светится. Также у нас всю эту красоту ночью охраняют. Также у нас на площади отремонтировали вот этот небольшой парк. Отремонтировали нас наш вот этот кораблик. Так, вот в этой будке охраняют наши все эти красоты. Вот с этого ракурса можете видеть флажки, как выглядят. Вот какую красавицу поставили. Ой, да. Какая. Точно. Да, да, честное слово. Также вот напротив нашей площади стоит храм Николая Чудотворца. Это у нас почта. Это Ростелеком здание. Как красиво смотрятся флажочки. Очень красиво. Все уже по-новогоднему. Также находится у нас здесь вот такая инсталляция. Она светится ночью. Олени. Вот такие три оленя северных. Какие они красивые. А, три, говорю, четыре. Вот он-то большой коричневый. Это, я так понимаю, мама с оленятами. Вот такая небольшая инсталляция. Снег у нас, друзья, как видите, выпал. Все у нас по-зимнему. Наконец-то. По-новогоднему. Летом у нас работает наш фонтан. Вот такую я для вас засняла. Вот такой я засняла для вас небольшой ролик предновогодний. С елочкой и с украшением нашей площади в Рамоне. Я с вами прощаюсь до вечера. Покажу вам, как вечером здесь все светится. Заканчиваю видео. Пока-пока. Ой, какой сегодня хороший день. Как идет снежок. Как все прекрасно. Как все великолепно. Thank you.
я уже иду домой. А у нас еще ничего не зажгли. Придется ждать до завтра. Вот только вдали горит елочка у Тулиного ресторана. Пока на этом все, дорогие друзья. Друзья, вот и загорелось все у нас. Можете видеть, как все красиво светится. И наши олени, и наши туи. И все очень красиво. Какие красивые арки. Просто прелесть. Вот я вам, как обещала, показала. Все очень красиво. Какие красивые снежинки в арочках. Ёлочка. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всем пока, до свидания.